Алекс, мне 63 года. Это прекрасно, замечательно. Это очень хорошо, что люди в теме есть в 63 года. Это замечательно. Так, как правильно строить тёлку, когда она говорит о своих хочучках и ставит ультиматумы? Прекрасный вопрос. Значит, как правильно строить тёлку, когда она говорит «я хочу»? В ответ на «я хочу» ты говоришь «я хочу розовый Бентли». Вот у меня просто стандартная вещь там «я хочу». Прекрасно. Она говорит «я хочу то-то», а «я хочу розовый Бентли». «Я хочу это», а «я хочу розовый Бентли». Ну, просто показать, что ты тоже можешь что-то хотеть, и все. То есть это один из способов. Просто выстебать это. Сказать в ответ на «я хочу», сказать «я хочу». В ответ на ее «я хочу там то-то», а «я хочу розовый Бентли». И дальше уже меняется немножко фрейм коммуникации. То есть она начинает петь, что «вау, нифига себе, ты тот самый человек, который тоже может хотеть». Это круто. Вообще, на самом деле, с женщинами надо часто говорить «я хочу». Да, то есть ты говоришь там ей что-то, да, там она тебе отвечает «я хочу», и ты говоришь «я хочу».